В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы рассказываем о событиях в Азии, Африке, Америке и Австралии. Меня зовут Илья Зайцев, и тема нашей сегодняшней программы – морское сражение при Лепанто 7 октября 1571 года. Крупнейшее морское сражение XVI века, которое, как полагают историки, положило конец могуществу Османской империи в Средиземном море, произошло 7 октября 1571 года в Ионийском море, в заливе Патраикус у мыса Скрофа. Свое название битва получила по небольшому городку Лепанто, Навкратус по-гречески или Инебахты по-турецки, который располагался в 60 километрах от места сражения. Противоборствующими сторонами были флот Османской империи и объединенные силы Священной Лиги, в которую входили Испания, Венецианская республика, силы Папы Римского, Генуя, Венеция, Тоскана, Парма, Савоя, также Мальтийский орден. Непосредственной причиной войны стали отношения османов с Венецианской республикой, а также судьба Кипра. Несмотря на подписанный в 1567 году между Венецией и османами мирный договор, улемы Османской империи выдали фетву на войну с неверными, пользуясь тем, что Кипр некогда был исламской территорией. В упорных сражениях, которые привели к огромным жертвам с двух сторон, турки смогли захватить два главных кипрских города – Фамагусту и Никозию. В 1570 и 71 годах Кипр превратился в османскую провинцию – Белербейлик. Венецианская республика немедленно запросила помощи у Священной Лиги. С обеих сторон в битве принимало участие примерно равное количество судов – грибных галер и галеотов. Да и численность судовых и абордажных команд была также примерно равной – около 90 тысяч человек с обеих сторон. Флотом Священной Лиги командовал испанский полководец и адмирал Хуан Австрийский. Он был незаконным сыном испанского короля Карла V и дочери регенсбургского бюргермайстера. Флот, который находился под его командованием, был крупнейшим когда-либо собранным европейскими странами за всю предшествующую историю. Османский флот находился под предводительством Али-паши Муэзинзаде. Союзный флот блокировал османские суда в заливе Патраикус. Турецкий командующий полагал, что суда Священной Лиги стоят на якоре у мыса Кефалиния, а сами испанцы и их союзники полагали, что турки находятся у Лепанто. Утром 7 октября 1571 года оба флота встретились, причем совершенно неожиданно друг для друга. Низменный берег способствовал успеху кораблей Священной Лиги, и они воспользовались этим. Поражение османов было полным. Историки расходятся лишь в оценке цифр потерь. Считается, что турки потеряли 224 корабля, причем 117 было захвачено союзниками. На захваченных в плен турецких кораблях было освобождено около 12 тысяч рабов-христиан, которые служили основной движущей силой турецких галер. К сожалению, еще 10 тысяч скованные цепями, утонули вместе с турецкими кораблями. Самих турок погибло около 15 тысяч. Потери союзников были гораздо скромнее. Флот Священной Лиги потерял около 13 галер и 8 тысяч человек. Отклик на морское сражение при Лепанто в Европе был очень громок. Крупнейшие живописцы того времени – Паоло Веронезе и Тициан посвятили ему свои картины. Автор «Дон Кихота» Мигель Сервантес, который также принимал участие в этом сражении, командуя взводом испанских солдат на корабле «Маркиза», был дважды ранен. Выстрелом из аркебузы ему искалечило руку. Кроме того, одна из пуль попала в грудь. В дальнейшем автор «Бессмертного Дон Кихота» очень гордился этими ранениями. Однако, несмотря на поражение Османского флота, ничего кроме морального удовлетворения эта битва Европе не принесла.
Всего лишь через 5 месяцев османы на своих морских базах смогли восстановить флот и в 1574 году захватили Тунис. А еще ранее заставили союзников отступить к Мадону и Наварину, который позже войдет уже в историю русской морской славы. Всего вам доброго! В эфире была программа «7 дней истории», и сегодня мы рассказывали о событиях в Азии, Африке, Америке и Австралии. Завтра темой нашей программы будет история государства российского.